Станция Ладожская после капитального ремонта. Чистенький. Так. Где? Чистенький, кстати, стал. Да, эскалатор поменяли. А, плафоны не убрали. Плафоны были желтые, такие, как на Приморском. То есть, а какой эскалатор был? Такой деревянный, что ли? Нет. А, да, был. Деревянный. Он навсегда ушел в историю. У меня на видео он был. Да, на видео у меня есть. Я просто уже реально не помню. И видео я снимал 11 месяцев назад. Это обновленная станция метро Ладожская. Вот эту вот оранжевую линию на Ладожской, которая ее будет? Нет, к сожалению, не будет. Я думаю, ну я хотелось бы, но его не будут устанавливать. Не успели. И один тут тоже плафоны берут и на стены делают. Как вот на Лесной, где на Василия Островской. Я был здесь, я пробовал, но нашел себе на МЖД. Сейчас все приедет. Если сколько людей? Да. Это вот столько трамвая было у меня. Ты же не знаешь, как я страдал? Понимаю. Блин, у тебя интервал на трамвай увеличивается. Я, у нас около моего дома нет трамвая. Я видел, как новый трамвай везли у нас на грузовике. А, да. Вот. Тот самый дальнобойщик, который уронил трамвай. За несколько миллионов рублей. Сколько людей смотрели? Все, смотрите, закончилось. Люди закончились внизу. Видимо, поездов сейчас нету. Вам не объяснить. Там, кстати, на Ладожке уникальная навигация есть. Ладно. Да ты... Серега, не издавай сирены, пожалуйста. Кстати, здесь и там кнопочки поставили. Ну, типа, чтобы это люди не катались здесь. О, все, еще человек. Может, станция какая такая темная стала. Смотри. Что-то мне подсказывает, еще будет много людей. И видим 1.4.1. Возможно, это с ББСН. ББСН, это ББСН. Это ББСН. Вот, тоже слышно. ББСН. Да, смотри, у него навигация на полу. Я на нем ехал, вот именно на нем. Почему-то забыли наклеить на стенах. Не успею заснять. И вот. Ничего, подождем. Навигация на полу. И колонны отремонтированы. Дорога жизни. Тоже отремонтировали.